Так, друзья, всем привет. Начнем небольшую распаковку. Получил компрессор GX с 220 на 12. Я 220 работает, и на 12 работаем. Перейдем к распаковке. Так, коробку, наверное, уберем в сторону. Что у нас есть? Спецификация. Потом осушитель. Преобразователь. Кабель для перехода с 220. 12 на 220. Ну и сам компрессор. Сейчас достанем. Так легко достать. Наверное. Ага, пошел. Приберемся здесь сейчас. Ага. Ну и сам компрессор. Получается. Вот такой у нас компрессор. GX с 220 на 12. Угу. Так, почему я взял, я сказал, потому что, ну, мне удобно, например, у меня баллон 2 литра, спокойно я баллон забью, где надо, там, на полигоне, если там стрельбы прекратятся, например, там, перезарядка, я могу закачаться, там, резик закачать, в этом проблем нету. Из плюсов данного компрессора, что он идет на 220 и на 12 вольт. Вот как-то так. Скоро будут стрельбы. Сейчас баллон дождусь и потихоньку начнем стрелять.